Всем снова огромный-огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале снова. Если вы первый раз смотрите это видео, то хочу вам сказать о том, что данный канал посвящен большей степени обзору различных косметических продуктов, разговорам о различных бьюти-процедурах и всему такому с этим связанному. Сегодня очередное видео. Сегодня я хочу поговорить об уходе за пятками и, собственно говоря, свои личные какие-то наблюдения, анализ и поделиться с вами вот этими своими мыслями. Короче говоря, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Учитывая крутую погоду, которая происходит там вот за окошком, я на самом деле перебазировалась на балкон и больше времени здесь провожу. И решила, что видео тоже хочу здесь поснимать, потому что на самом деле небо голубое, как-то солнце, на самом деле так заряжает позитивом и энергией. И я решила, что буду снимать временно здесь. Да, и если будет какие-то посторонние шумы, я надеюсь, что мешать они вам не будут, потому что тут и голуби, и другие птички всякие разные пролетают, и транспорт шумит, короче говоря. Я думаю, что это не будет препятствием. Давайте поговорим о наших пятках. Причиной того, что я снимаю это видео, стало то, что я хожу мимо одного такого вот магазинчика, в котором продаются различные продукты по уходу за телом. Нет, не магазинчик, отдел, короче говоря, небольшой, да? И там стоит кислота для пяток. Я думаю, что вы о ней многие слышали, может быть, даже кто-то и пробовал. О данной кислоте я узнала на ютубе, я просто увидела несколько видео девушек, которые показывали применение данного продукта и рассказывали свои личные впечатления, и некоторые даже показывали в процессе, что происходит с вашими пятками, когда вы наносите данную кислоту. Могу сказать, что зрелище не для слабонервных, но и я не считаю, что это полезно, и что такие страдания стоят того, и я не думаю, что кому-то будет приятно смотреть на то, что происходит с вашей кожей, тем более, что в скором времени эффект вновь возвращается. Короче говоря, в чем суть? Вы наносите данную кислоту на пятки, одеваете там специальные какую-то носочки какие-то, я не помню точно, или же просто так держите их, это уже, в принципе, не суть. Важно факт в том, что данная кислота разъедает вашу кожу, вот эту вот ороговевшую, да, ту твердую, от которой все хотят так избавиться массово. И она так пузырится, потом вы ее можете снять. Фу, я сейчас как представила, как это все выглядит. На самом деле, я не знаю, кому это может нравиться и как это можно, блин, проходить эти процедуры постоянно. Да, и потом вы снимаете данную кожицу и там наносите увлажняющий крем. И в дальнейшем, как бы, производитель утверждает о том, что ваши ножки будут оставаться долго такими мягенькими, классными, и все будет зашибись. Когда видишь, какой толстый слой снимаешь кожу, наверное, каждая девушка будет думать: класс, он работает, этот продукт просто офигенный, и я буду им пользоваться постоянно. Но вы не задумываетесь об элементарных вещах, например, о том, что для нашего организма это в какой-то определенной степени небольшой стресс. И после того, как вы снимаете толстым слоем вот эту вот ороговевшую кожу, он активно начинает работать над тем, чтобы нарастить ее вновь. Понимаете, в чем суть? Физиологически и анатомически кожа на пятках взрослого человека должна быть немножко загрубевшей. Я вам сейчас попытаюсь объяснить, почему. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему многие говорят и сравнивают ножки и пяточки с ножками младенца? Маленький ребеночек, который еще не умеет ходить, ему не нужна загрубевшая кожа, то есть организм не приспосабливается к этому процессу, и у него кожа остается мягкой. То есть если вы ходите в какой-то обуви, ходите по улице, по песочку, по земле, то есть абсолютно неважно, организм начинает работать над тем, чтобы уплотнить кожу, чтобы не было никаких мозолей, натертостей. Вы наверняка тоже обращали внимание на то, как если у вас босоножки ваши какие-то натирают вам ваши ножки, то через какое-то определенное время организм начинает уплотнять эту кожу, уплотнять, потому что в данном участке появляются какие-то повреждения. Организм просто защищает вашу кожу таким вот образом. Именно поэтому уход должен быть точно таким же постепенным, как и то, как ваш организм уплотняет данную кожу. То есть если изо дня в день ваш организм работает над тем, чтобы кожу на пятках сделать более плотнее, вы должны постепенно, точно так же, очень медленно ее счищать. Поэтому такая кислота будет просто-напросто вредной и неэффективной. Конечно, запускать свои пятки я вам не советую, это было бы глупо и неразумно, потому что каждая девушка хочет, чтобы ее пяточки были мягенькими, нежными, такими прям очень мимимишными.
И я думаю, что обязана каждая девушка следить за кожей на данном участке, но у меня для этого есть свой метод. Та-дам! Вот такая вот обычная пилка, которая продается в любом переходе, в любой подземке, в любом супермаркете. И не морочите голову со всеми всякими разными кислотами, со всякими шолями, которые понапридумывали, стоят кучу денег. На самом деле результат получится вот точно такой же, как вот этой пилки. А денег вы тратите кучу, поэтому обязательно подумайте, опять же, на что вы тратите свои денежки. И всегда думайте о том, что разработка таких вот пилок электрических выгодна каким-то дядям и тетям, которые хотят заработать очень-очень много денег. И если вы не располагаете такими средствами, то не морочите голову, не гонитесь за этой модой и пользуйтесь тем, чем пользовались люди на протяжении многих лет. И на самом деле, по себе могу сказать, никаких огрубелостей таких у меня нет, таких, что прям, я не знаю. Да вообще, у меня нормальные пятки, мягкие, никаких проблем я с этим не вижу. Никогда мне даже в голову не приходила идея усовершенствовать свой уход за пятками. Я искренне надеюсь на то, что пятки свои засовывать в камеру я не буду, для того, чтобы вам продемонстрировать и доказать, что у меня с ними все хорошо. Надеюсь, что вы поверите мне на слово. Я научилась применять такую пилку и в сухом виде, и в мокром, то есть и во время принятия душа, и опять же, просто сидя там в ванной после процедуры тех, или же до процедуры, просто можете подпилить ею точно так же, как вы пилите свои, например, ногти. Выберите любой в аптеке, там, я не знаю, где угодно, в супермаркете детский крем, используйте его для пяток и не морочите, опять же, голову себе с этими различными средствами для увлажнения пяток. Нафиг это вообще нужно, я вообще не понимаю. То есть, реально, вот эти вот два устройства и продукт косметический, это вполне достаточно для того, чтобы ваши пятки были в порядке. Я прям стихами заговорила. Поэтому хочу вам сказать, что прежде чем делать покупку кислоты для пяток, хорошо подумайте, взвесьте все за и против. Я вас предупредила, рассказала вам свое мнение и некоторые факты. Ваше уже решение, как поступить в дальнейшем. Я надеюсь, что данное видео было вам полезным, интересным и информативным. Обязательно поделитесь своим мнением, если вы пользовались данной кислотой или у вас есть какие-то соображения по данной теме, мне будет интересно почитать. Ставьте лайки, если вам нравятся подобные разборы и такие вот видео опровержения некоторых популярных таких вот тем бьюти-вопросов, скажем. Обязательно подписывайтесь на мой канал, будет еще много-много чего интересного. Я жду вас в комментариях. И всего вам самого отличного, и всем пока-пока!